Кызылорде отмечается ухудшение эпидситуации по ОРВИ и гриппу. За последние два месяца число больных превысило 6 тысяч. Заболеваемость особенно возросла среди детей до 14 лет. По словам эпидемиологов, в больницах и поликлиниках имеется достаточный запас противогриппозных препаратов. В профилактических целях с начала октября в области проводится вакцинация против ОРВИ. На сегодня вакцину «Гриппол плюс» получили свыше 38 тысяч человек. В городе организуются и проводятся профилактические мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа. На период эпидсезона утвержден комплексный план по борьбе с эпидемией.